Не так давно я выпустила видео, где показывала свои учебники по испанскому, и многие из вас в комментариях просили сделать такое же видео по корейскому. Тут надо сказать, что перед тем, как уехать из Кореи, я продала и раздала все свои учебники, поэтому до недавнего времени мне даже нечего было вам показать. Но около месяца назад издательство Дракон прислало мне некоторые из своих книг, поэтому я сегодня покажу вам именно их, плюс немного расскажу о других книгах, по которым я занималась, но которых у меня больше нет. Тайм-коды, как всегда, будут в описании. Первый учебник, который я сегодня покажу, это Bitamin Hangugo. У меня здесь учебники уровней 5 и 6, то есть уже для продолжающих. Но в этой серии, конечно же, есть учебники для новичков. Уровень 5 и 6, как видите, идут полностью на корейском, без какого-либо перевода на английский или другие языки, но учебники этой серии для начинающих все-таки содержат пояснения на английском. Структура учебника такая. В нем 5 разделов, по 3 главы в каждом. В начале каждого раздела вам расскажут, о чем пойдет речь в каждой из глав, дальше то, чего вы достигнете, пройдя конкретную главу, введение для разогрева и чтобы порассуждать на тему, и дальше идет, собственно, материал. Чтение, грамматика, говорение, аудирование, для которого в комплекте идет диск, письмо, выражения и полезные фразы по теме. И так в каждой главе. Когда вы проходите раздел, то есть 3 главы, вам предлагают задания на повторение и материалы о культуре Кореи. И что важно, в конце учебника вы найдете расшифровки диалогов из аудио и ответы на задания, в том числе образцы сочинений для заданий из секции сыги, то есть письма. Есть также указатели для лексики и специальная бумага в клеточку для письма. Как видите, это в принципе неплохой учебник, который затрагивает все основные аспекты изучения языка. Но о недостатках тоже поговорить важно. Один из минусов таких учебников, и этим грешит на самом деле не только Bitamin Hangugo, это очень скудное объяснение грамматики. В этом буквально 2-3 строчки на объяснение и по 3 примера на каждую грамматику. Поэтому если вы занимаетесь по похожим учебникам, я бы посоветовала дополнительно взять учебник по грамматике с более подробными объяснениями. Или, как вариант, найти учебники со Study Guide. Я, например, на курсах в Корее занималась по учебникам университета Ихуа, и у них были те же самые проблемы. Из объяснений грамматики очень было трудно понять, что это вообще такое и как использовать. Но очень выручали стади-гайды, которые можно было купить дополнительно к учебнику, где не только более подробно на английском и на других языках, не уверена, что есть версия на русском, объяснялась грамматика, объяснялись новые выражения и давались какие-то культурные отсылки, которые лучше помогали понять использование тех или иных грамматических конструкций или выражений. К этому учебнику, к сожалению, таких гайдов нет, но если вы вообще задумаетесь о покупке такого комплексного учебника, мне кажется, что наличие стади-гайда — это то, к чему стоит присмотреться. И раз уже я упомянула грамматику, давайте перейдем к учебникам по грамматике. Вот эти учебники Korean Grammar in Use — это, наверное, самые известные книги издательства Derek Won. Всего их 3. Раньше у меня была книга для начинающих и одна для продолжающих. Сейчас есть для продолжающих и для продвинутого уровня. И что супер важно, это то, что сейчас 2 из этих книг переведены на русский, поэтому новички и продолжающие учить корейский могут купить их, во-первых, дешевле, чем при заказе из Кореи, а во-вторых, с объяснением на русском, если это что-то, что для вас важно. Объяснения тут на самом деле очень толковые. Во-первых, еще в оглавлении вся грамматика поделена на темы. Например, вся грамматика для сравнений или для выражения степени чего-то. И по структуре мы открываем любой раздел и видим всю грамматику, которая сюда входит. Дальше идет объяснение первой грамматики. Тут диалог, где она используется, дальше подробное объяснение, что она означает, когда используется и как формируется. Еще одна теоретическая секция. Тут иногда разбирают частые ошибки в использовании этой грамматики или другие ситуации, в которых она может использоваться. В некоторых главах можно еще найти сравнение с другой похожей грамматикой. Дальше вам по образцу предлагают разыграть мини-диалоги, и завершается это все, собственно, упражнениями на отработку пройденного. Аудио в книге, кстати, тоже есть, но диска нет. Их можно послушать, просто отсканировав QR-код. В конце учебника есть ответы к упражнениям, и если после просмотра этого видео вы решите купить только одну книгу издательства Derek Won, покупайте одну из грамматик, они просто прекрасны.
грамматикой мы разобрались, давайте перейдем к лексике. Тут у меня книга 2000 основных корейских слов. Это версия уже для продолжающих, но есть такая же для новичков. Авторы, по их собственным словам, очень серьезно подошли к составлению этой книги. Они проанализировали 8 учебников по корейскому, уровней 3 и 4, и аж 19 вариантов топика. Это международный экзамен по корейскому. И на их основе составили эту книгу. Здесь 14 разделов, которые в свою очередь тоже делятся на главы, посвященные определенной теме. Сами слова тут даются с переводом на английский, китайский и японский. Плюс есть диалог со словом, структура, которая показывает, как грамматически строить фразы с этим словом, и другие полезные слова. Это могут быть производные, это могут быть синонимы или антонимы слова, которое вам дано. В конце каждой книги есть несколько упражнений на закрепление, а моя любимая часть тут — это часть с ханча в конце каждого раздела, где вам дают какой-нибудь китайский иероглиф и корейские слова, произошедшие от него, с примерами их использования. В конце книги вы также найдете иллюстрированный словарик, ответы и правила словообразования. А еще очень советую посмотреть на Quizlet. Я сама не проверяла, но уверена, что кто-то там уже сделал карточки со словами по этой книге. Ну и плюс я бы не советовала вот так учить слова с минимум контекста, как они даны в этом учебнике. Что я бы сама сделала, это нашла предложение с теми словами, которые мне нужны в словаре Naver, выписала бы их и добавила парочку собственных предложений. Если вы учите язык самостоятельно или с русскоязычными преподавателями, возможно, стоит подумать также об учебнике по произношению. Вот эта книга у меня состоит из трех частей. Первое – это основы произношения. Как произносить согласные и гласные, согласные в подчиме и согласные, переходящие в другой слог. Вторая – уже по правилам чтения. Тут вы найдете ненавистную многим ассимиляцию звуков. Третья часть посвящена чтению. Тут как раз есть упражнение на отработку интонации в текстах и есть упражнение на скорость чтения. В конце есть еще приложение с ответами и переводом всех диалогов на английский, плюс диск с аудио. Эту книгу я прям очень хочу сделать своим мини-проектом в новом году. Я рассказывала о том, что такое языковые проекты для меня в одном из предыдущих видео. И я хочу посмотреть, насколько мне удастся прокачать произношение и интонацию с ее помощью. Что касается чтения, давайте начнем здесь с менее пугающего. Вот эти три миниатюрные книги — это адаптированные ридеры для изучающих корейский. У меня их три, для уровней А1, А2 и Б1. И все они основаны на корейском фольклоре. Первое, что мы тут видим, это иллюстрированный словарь с лексикой, необходимой для понимания истории. Дальше, по ходу чтения, вы также будете видеть пояснения с грамматикой, лексикой или какими-то культурными моментами, которые могут быть непонятны иностранцу. Внизу страницы есть небольшой список слов с переводом на английский. Это еще одно напоминание о том, что знание английского помогает в том числе учить другие языки. Все истории также сопровождаются аудио, которые можно отдельно скачать. Сама история занимает примерно полкниги, а дальше вас ждут упражнения для проверки понимания текстов, ответы к ним и переводы на английский. Ну и не могу не отметить здесь очень симпатичные иллюстрации. А вообще, на самом деле, это очень здорово, что появляется больше таких книг, потому что я, например, очень люблю учить языки именно через чтение, и в корейском с адаптированной литературой для изучающих язык всегда было прямо-таки, скажем, туго. Еще один учебник, который ближе познакомит вас с Кореей, это вот этот «Йоксай Ягеро Пеунын Хангуго». Это один из трех учебников этой серии, остальные два, по-моему, тоже связаны с фольклором. Эти учебники предназначены уже для продолжающих, новичкам они точно не подойдут. Давайте тут посмотрим на структуру. Здесь есть упражнения для разогрева, которые понадобятся для самого понимания текста. И я, кстати, очень люблю, когда новые слова объясняют именно перед чтением самого текста. Дальше идет сам текст и вопросы, чтобы проверить, насколько вы усвоили информацию. После этого идет блок грамматики, еще немного ваших рассуждений о прочитанном, практика и дополнительный текст. Заканчивается каждая глава какой-нибудь игрой или пазлом. И вот еще важный момент. В конце книги вы найдете диск и приложение с переводом текстов и объяснением грамматики на английский, китайский и японский языки. Чтение — это, конечно, приятно, но давайте о чуть менее приятном топике. Для подготовки к нему у меня есть вот этот учебник под названием Complete Guide to the Topic. Здесь все более или менее стандартно для таких книг.
Первая часть — это знакомство с вопросами и объяснение того, что проверяется этим вопросом и чего от вас ждут. Тут же вы найдете трудные слова с переводом и объяснение, почему тот или иной ответ правильный. Объяснение есть на английском и на корейском. Вторая часть — это по сути то же самое, только без объяснения формата вопросов, потому что вам их уже объяснили в первой части. И третья часть — это два полных варианта экзамена для прорешивания. Дальше вы найдете перевод и ответы ко всем заданиям. Но самая полезная вещь, как мне показалось, которая здесь есть, это гид по части письма. Вот здесь, мне кажется, собрано практически все, что нужно знать, чтобы справиться с этой частью топика. Тут и правила письма на бланках очень подробно объясняются. И, кстати, сами бланки тоже есть, чтобы с ними можно было ознакомиться до экзамена. Здесь также показан разбор реального сочинения с объяснением права к нему. Есть грамматические блоки и блоки с разборами ошибок, которые часто делают сдающие экзамен. Короче, эта часть хоть и вынесена в конец, ее ни в коем случае нельзя пропустить. И вот, допустим, вы сдали топик и готовитесь к поступлению в корейский вуз. Хорошая новость, для таких как вы тоже есть учебники. Вот здесь у меня учебник для людей, поступающих на гуманитарные специальности, но есть такой же для студентов бизнес-направлений. Здесь структура похожа на все то, что мы с вами до этого видели, просто содержание покрывает именно академические темы, актуальные для гуманитарных специальностей. Например, тематический первый юнит посвящен лингвистике. Есть также юниты про историю, психологию, медиа, data science и так далее. Переводов на английский в этом учебнике уже гораздо меньше, но для сложных слов они все-таки есть. Есть также аудио, расшифровка к ним и ответы ко всем заданиям. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, но в моем телеграм-канале вы найдете пост с другими ресурсами типа сайтов, учебников и приложений, которые я использовала в изучении корейского. Если вам интересны еще видео про корейский, дайте мне об этом знать в комментариях и, пожалуйста, поподробнее расскажите, что именно вы хотели бы узнать. А так, спасибо, что досмотрели это видео, и до встречи в следующем. Пока!